Друзья, всем привет! С вами Искрым Алена Бордовская. Сегодня я приехала в Симферополь посмотреть, какая здесь елка, посмотреть, как наряжен у нас Симферополь, как у нас Симферополь будет гулять в этом году. Погода вообще просто замечательная, очень тепло. Можно ходить, честно сказать, вот так вот прям в кофте, но я берегу свое здоровье, поэтому так делать не буду. Такая здесь новогодняя музыка играет. Слышно, нет, не знаю. Такие елочки. Щупать не буду. Наверное, все хотят ее потрогать. И от нее, наверное, скоро ничего не останется. Ага, опять что-то тут перекрыли, что-то реконструируют. Надо будет заглянуть. Так, реконструкция с увеличением площади застройки этажности по улице Пушкина. А, это просто жилой дом? Непонятно. Вот, нарисовано было трехэтажное здание, вот здесь будет. Опа, совсем солнце вышло. Пою тут что-то, а с этой стороны опять что-то строят. Опа, что это? Реконструкция, строительство, обслуживание нежилых помещений и сооружение под торговый центр. Ага, будет новый красивый торговый центр. Когда будет? Непонятно когда. Ну, если торговый центр, то построят быстро, конечно. Домиков интересных, ярмарочных. Ну-ка. Ой, она там длинная. Ну все, пойду в переход. А вот она и ярмарка. Новогодняя. Ну тут все как обычно. Брелочки, шарфики, гирлянды. Такие нарядные флажки. Сейчас против солнца снимаю, конечно. А в какую цену у вас такая? А гирлянда на стол гирлянде? На стол лампочек? Да, на стол лампочек. Помню раньше, когда я была маленькая, у нас была гирлянда. Перед каждым Новым годом мы раскладывали ее и проверяли, каждая лампочка горит или нет. Это было целое событие, чтобы она загорелась. И эта одна гирлянда, она всегда складывалась в коробочку. Ее нельзя было трогать, чтобы, не дай бог, она не поломалась. А сейчас какую хочешь гирлянду. И сразу, что я заметила. Вот тут, наверное, будет красиво вечером. И мы обязательно посмотрим, как все будет сверкать. Простите за ветер. Смотрите, здесь тоже есть карета, но она поменьше, чем в Севастополе. Елочки. Ой, вот большая елочка горит. Ну, если сравнивать Севастополь, Ялту и Симферопольскую елку, то, конечно, Симферопольская намного круче. Также сцена. Ого, тут какие-то проекторы. И они, наверное, подсвечивают елку. Я вижу фиолетового цвета какие-то. Интересно. Дядюшка Ленин тут, как всегда, стоит, куда бы он делся. Обратите внимание, видите, вот эти вот круги белые краской накрашены. Это Крым нарисован здесь на всю площадь краской. Тоже ярмарочка. Друзья, сейчас вы похихикаете вместе со мной. Любимая игра детворы. Весь YouTube вечно в этой игре. Опа. Это
как игра называется? А как игра называется? Тут точно, Майнкрафт, да. Майнинг, майнинг, у меня в голове в последнее время один майнинг. Вот такие вот здесь современные инсталляции, я даже не ожидала. Посмотрим, как они вечером будут выглядеть. Ладно, не буду я тебе. Сейчас я в том самом переходе, который совсем не пахнет переходами, а пахнет цветами. Иду перекусить, пока, чтобы дождаться вечера и заснять огни елочки Симферопольской. Пока жду, пока стемнеет, решила зайти перекусить мясо. В последнее время я мясо прям вообще обожаю, хотя хочу от него отказаться. Здесь у меня стейк говяжий, а здесь у меня уточка на яблочках. Сейчас буду пробовать. Вот уже стемнело, я подкрепилась. И смотрите, я еще не дошла до елки, но она уже такая красивая издалека. Очень высокая. Пойду быстрее смотреть. О, ого, смотрите, как здание сверкает. Там даже какое-то кино показывают. Вот это да. Ребята, заявляю официально, эта елка победитель в Крыму однозначно. 1000000%. Очень красивая елочка. Прям вообще стильненькая такая. Сейчас подошла у охранников, спросила, узнала, когда загорятся вот все эти кареты, что мы с вами днем смотрели. Там вот фонтан есть далеко, сейчас покажу. Ой, меня не наругай, что я тут пройду сейчас. Вон фонтан, видите, такой красивый, очень красиво. Тоже должен был загореться. И сказали, что это загорится только на Новый год, только 31 декабря. Так что эти огни увидят симферопольцы уже без меня. Ой. По этой улице со всех сторон реклама звучит. Справа одна, слева другая. Кто кого перекричит. Вот, хотя бы эта елочка горит. Ну, в смысле, я имею в виду иллюминация. Пойду посмотрю. Без снега это все смотрится, конечно, эпично. Деревья у нас раскрашены красный, синий, белый цвет. О, там далеко еще. И вот большие снежинки. Ну вот и все такое, он волшебный Симферополь. Я бы даже сказала, шикарный. Не так много здесь, конечно, украшений. Не так много иллюминации. И все, что есть, пока что отключено. Сюрприз для народа делают. Вот.
Всем счастливого Нового года! Загадывайте себе хорошие и добрые желания, чтобы они исполнялись у вас. Ну и все. Всем пока. С Крыма с вами была Алена Мартовская.